Пустыни Палестины, хоть и безжизненны, но воистину благодатны для взращивания святых угодников Божьих. Яркой звездой среди них был преподобный Ефимий Великий. Дар творить чудеса, исцелять больных и немощных, предвидеть будущее Бог дает лишь немногим избранным, заслужившим его пред Господом молитвой и делами великими. Таким был и преподобный Ефимий. Где бы он ни укрывался, желая обрести уединение, возле него всегда собирались иноки, желающие служить Господу под его духовным покровительством. И под его началом появилось два монастыря, и вся пустыня покрылась иноческими жилищами. К нему за чудом исцеления, душеизлечения тянулись многие, и знатные, и бедняки. Ведь перед Богом все равны. Его дар привел в христианство и многих арабов. Когда исцелил Ефимий немощного сына арабского военачальника, все, кто видел сие чудо, тут же уверовали во Христа и с великой радостью приняли от святого Ефимия крещение. Великую жизнь прожил преподобный Ефимий. За нее он и прозван Великим. 2 февраля, день памяти преподобного Ефимия Великого, столпа пустыножительства и основателя монашеского общежития.